Марафон субботников стартовал на Южном Урале. Челябинцы решили провести тотальную уборку под песни советской эпохи. Василий Цвентух слушал и наблюдал. Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет и ведет, и тот, кто с песней по жизни шагает. Разобрали белые перчатки, грабли и кисти и принялись за уборку. Порядок возле своего офиса сотрудники «Новотек Челябинск» наводят сами. Ритм работы задает музыка советских лет. В первых рядах юрист Наталья Ухова. Во-первых, это весело. Во-вторых, полезно. Убираем территорию. Ну и создаем настроение. Сотрудники региональной газовой компании «Новотек Челябинск» приводят город в порядок. Красят бордюры и столбы, собирают листву и мусор. В честь пятилетия компании посадили дерево, хотя из-за замерзшего грунта копали яму под саженец 3 дня. 2017 год объявлен годом экологии в Российской Федерации. Особо это важно для нашей промышленной Челябинской области. Сегодня наша компания проводит одно из мероприятий, это субботник. Мы наводим порядок рядом с нашим офисным зданием. И плюс к этому я хочу отметить, что субботники пройдут и на всех наших территориальных представительств Челябинской области. Это более 10 городов. Среди этих людей и программисты, и технический персонал, и экономисты компании. Это первый субботник, который проводит поставщик газа. Но сотрудники так воодушевились, что планируют сделать уборку доброй традицией компании. Василий Цвентух, Артем Большаков, ОТВ.